просьбой о выделении денежных средств совместно с департаментом образования, совместно с департаментом строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Значит, проработайте вопрос по финансам, на проектно-сметную документацию и на осуществление ремонтных работ, включая приобретение новой мебели. Вот все это просчитайте и на мое имя служебную записку, чтобы я сначала выделил средства на проектно-сметную документацию, а потом на фактические работы. И желательно нам все это сделать в рамках текущего календарного года. Потому что это недопустимое положение, что дети в таких условиях находятся. Хорошо, просчитаем, подготовимся. Договорились. У нас